Более 20 лет не звучала на сцене Ульяновской филармонии арфа – старинный прекрасный инструмент. 13 декабря ульяновцам, кто пришел на концерт, посчастливилось услышать ее и в сольном звучании, и в ансамбле. Бесспорно, арфу можно назвать королевой инструментов. Ее отличает горделивый профиль, изящество, тонкость звучания. А когда арфа в таких умелых руках, как у Анны Шкуровской, лауреата международных конкурсов, хочется слушать ее бесконечно. Три дня готовились к этому концерту, репетировали. В общем, надеюсь, что все у нас сегодня получится, все будет хорошо. Программа интересная, трудная, непростая и, конечно же, редко звучащая, тем более вот в Ульяновске. А что именно, вот какое-то произведение, может, вы хотите выделить особенно, которое прозвучит на Ульяновской сцене? Ну, у нас разнообразная программа от Баха, Генделя, Глюка, Гранжани, и далее идут вот французские композиторы, Дебюсси. Ну, я могу выделить, конечно, Дебюсси, вот сонату для флейты, альта и арфы. Это вообще достаточно редко исполняемое сочинение. Это не первая встреча Анны Шкуровской с ульяновскими музыкантами. В ноябре арфистка выступала вместе с Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром губернаторский во время гастролей в Японии. Ее красивое соло в балетах Чайковского были украшением концертных программ. Анна Шкуровская пообещала, что ее сотрудничество с Ульяновской филармонией продолжится, и она надеется, что концерты с арфой в Ульяновске будут постоянными. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.